Всем привет, ребят. Ну что, сегодня открылся у нас смотритель. Вот такой вот пророк. Что он делает? Наносит урон вражеским героям, уменьшает их энергию, обездвиживает случайные ближайшие цели противника, снимает с них положительные эффекты. Получает максимум 60 тысяч урона, иммунитет к молчанке, оглушению, страху и уменьшению энергии. Вот так вот. Обладает иммунитетом. То есть, ну, он обездвиживает героя, они ничего не могут сделать. В таком случае мы раньше с вами собирали красную команду, у которой есть, хотел сказать, проклятый доспех. И плюс отражалки. Поехали, сейчас посмотрим, что у меня здесь есть по героям красной фракции. Я уже даже не помню, у кого какие. Так, ворожей. Ворожей у нас со священным судом. О, ничего себе, даже разрука есть. Вот, разруку возьмем. Что сюда ставить? По эмблемам. Есть вариант попробовать ПДшку. Сейчас мы посмотрим. Сейчас я так по подавлению. Атрибуты героя. Но он тоже процентуально вроде бьет. Так, окей. Поехали. Красную фракцию берем. Кого мы возьмем? В принципе, здесь сколько бы у вас не было, какая бы ни была отражалка, это хорошо. Плюс... Так, Некрос, ну по Некросу урон не будет проходить. Где тут многие герои уже не так собраны, как надо. Так, тыковка. Поменяем сюда. Все героев кидает. Так, ну ворожей у нас есть, это радует. Попробуем ворожей поставить ему подашку. Сейчас пойдем на английский сервер, там посмотрим, там получше получится у нас собрать состав. Здесь состав будет обычный, даже, скажем так, бездонатный. Так, здесь руминок нету у нас. Вот видите, это называется нуба аккаунт. Спустя время, хотя был один из топовых донатных, прошло полгода и все. И аккаунт уже не айс. Так, Рино. Рино тоже попробуем поставить подашку. Получу я подашку, ППшку. Питомцев будем брать. Некоторых на хил, некоторых на атаку. Так, Рино есть, Воржей есть. Вот Анубиса одного возьмем. Так, а ну без 3. Разруха у нас будет 4. Так, 4 героя есть. Раз, два, три, четыре. По черепам я даже не помню. Да, по-моему, черепа с визажкой нету. То есть что-то вкачанное такое непонятное.
Так, давайте попробуем некроса. Ну, что ПДшка делает? Она вроде как увеличивает отражалку. Но это мы тоже с вами протестируем. Так, 5 героев есть. Ничего себе, вальс вытащили. Ничего себе. Кому его притыкнуть только? Тут вальс. Сейчас я гляну, что у меня здесь творится по чарам. Такс. По чарам тут у нас все печально, доспехов нету. Ладненько. Давайте пока такой тест сделаем. Сейчас я гляну, у меня есть. И Азашки у нас тоже нету. Ладно, поставим Азашку. Вот я брал раньше укротителя, тоже неплохо заходил. Возьмем бодера, попробуем. Вариант. Такс. Теперь надо всех найти. Раз. Черепа мы брать не будем, хотя надо было бы. Так, Анубис 2. Одер 3. 4. 5. И Ворожей 6. Вот такой вот состав у нас будет на этом сервере. Ну, поехали. Поехали, хотя бы попробуем. Может, что-то получится. Так, будем стартовать с Анубиса. В принципе, без разницы, с кого тут стартовать. Он не особо сильный. Посмотрим, что у нас получится. Ну, видите, он полностью, то есть, игнорирует все. Он сразу же замедляет, герои даже не могут ударить. Но за счет отражалки он получает обратку. И плюс, у кого есть доспех, доспех дополнительно наносит урон. Попробуем сейчас более топовый состав собрать уже фуловый на английском сервере. Тут посмотрим хотя бы, докуда можно дойти без прорывов. Ну, 2 осколка розы. Получили. Что можно поставить по эмблемам? Какие варианты? Ну, жизнь, в принципе, бессмысленна. Он и так дамажит процентуально. Ставить выживание для отхила как вариант. Я раньше так бегал. Тоже не знаю, надо будет потестить, посмотреть. Уже дойдем до какого-то максимума. И там посмотрим, когда можно будет выпустить героя, посмотреть. ПДшка для отражалки как вариант. Ну, вот мы ее тестируем. В принципе, без разницы, он все равно процентуально бьет. То есть я, тут выбор либо увеличить отражалку, либо выбор все-таки хоть какой-то отхил. Сейчас посмотрим, что в итоге у нас получится. Ну, вроде этого убиваем. Это при том, что у нас здесь нету успехов.
Но видите, уже герои начинают по чуть-чуть проседать. То есть все-таки он их задевает там 3-4, и дальше начнется полный трэш. Так, ну давай, давай. Тащи. То есть тут ставить ускорение какое-то бессмысленно, потому что ну, они все время встанут. То есть они все время обездвижены, то есть вы ничего не сделаете. В общем, два убили. Ребята по 3-390 понабивали. Вот, тут уже конкретно начинают проседать. Тут уже надо думать над питомцами для хила. От хила, потому что реально сейчас следующего мы... Я не знаю, мы до следующего, наверное, не дойдем даже. Как видите, уже наполовину подсели. Надо все-таки ставить пэтов на отхил. Некрос и разруха практически уже слились, а мы даже половины не добили. То есть мы тут третьего не убьем. Ну, были бы доспехи, в принципе, было бы быстрее, мы бы половину набили. Но сейчас посмотрим, что в итоге у нас получится. Пока еще все живы. Так, минус разруха. Ну, в принципе, да, здесь убиваем. А вот следующего мы там вряд ли. То есть мы сейчас будем использовать доп попытку. Там бездонатный вариант, скажем так, с того, что есть, слепили и пошли. Сейчас попробуем на донате это сделать. Посмотрим, что у нас там получится. Но все равно результат без прорыва. Хотя, в принципе, прорывы тут особо не спасут. Единственное, что они на доспехи, там на остальное влияют. Ну а так, в принципе, довольно неплохо продержались. Половину слили. Это при том, что у нас не фуловый состав. Пробуем дальше. Стартунул я с разрухи. Но разруху он быстро сейчас, наверное, уберет. Держится, смотрим.
Вот единственное, что здесь, думаю, Некрос он получает, бывает, не получает, имеет иммунитет к урону. Он бывает по нулям получает. Есть ли смысл его сюда, соответственно, он ничего и не отражает. С огненкой ставить вообще. Можно черепа поставить, у него там, но у него отражалка будет маленькая. Зато доспех будет хорошо работать. Хотя доспех тут у всех 60 тысяч наносит. Да, этот заходик был у нас получше, явно. Так, опять разруху слили. Ну, даже время осталось хоть какое-то. Так, 7 книг. Ну, поехали этим же составом, только стартуем. Сразу видно, как проседать начали они конкретно. Посмотрите, уже по половине жизни нету. Кто здесь держится, это Рино и Ворожей. Как ни странно, хотя Рино тоже сейчас, наверное, ушатает он. Ну вот видите, на ворожае стоит священный суд на Анубисе, я не помню, что там, сейчас глянем. Их ворожай держится очень хорошо с эсэской. Единственное, что у него получается, только отражалка срабатывает и все. То есть священный суд не дает ему дохнуть, он себя хилит больше за счет питомца и Анубис, в принципе, вот вдвоем они на дорогу плюс накидывает еще щит. И их побить он не может. Но у нас тут нету доспехов, то есть, соответственно, они просто у нас работают на отражалке, поэтому урон здесь большой не будет. Как видите, от ворожая толку здесь тоже, но он хилить не будет однозначно. Вот смотрите, он энергию забрал у них. И все. Так, что в итоге мы имеем? 15 миллионов, вот так вот, 3-15, вообще фигня. Ну, доспехов нет, надо доспехи ставить. То есть, сейчас мы будем тестировать уже на максималке. Я надеюсь, там будет поинтереснее. И, в общем, вот такой вот вариант. Давайте героя еще раз пересмотрим. Вот здесь у нас доспех был. На Нубисах у нас победный стоит. Он чуть-чуть отражает тоже. К
как вариант. Кто у нас еще был по фракциям? Одержимый с передачей. Вот здесь доспех был. Рино с доспехом. Валаржей, видите, священный суд. Ну, он за счет питомца лежит. В общем, вот такой вот, ребят, состав. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.